Добрый день, коллеги. Я сегодня хотел бы прежде всего вас поприветствовать, что вы смогли собраться в пятницу почти вечером и пожертвовали, в общем-то, своими планами. И все-таки отозвались. Ну, в общем-то, я считаю, что Саша один из тех лекторов, которого, в общем-то, нельзя пропустить. Всегда нестандартные идеи, всегда, в общем-то, нетривиальные решения, доказательная база. Ну и кроме того, это, в общем-то, очень интересно то, что, ну, в частности, меня очень всегда интересовало и продолжает интересовать. Это то, как работает иммунная система, то, как, в общем-то, она ломается. Александр Викторович Червонский сделал, в общем-то, такой, мне кажется, достаточно большой вклад именно в понимание, за счет чего вообще происходит, зарождается аутоиммунитет. И, в общем-то, именно отчасти поэтому мы, в общем-то, знаем многие нюансы. Я думаю, что Саша нам сегодня об этом расскажет. Я хотел бы объяснить причину, почему я Сашу называю Сашей, когда давно, еще в 2007, по-моему, году, да, прилетел в лабораторию к Саше Червонскому и попытался к нему обратиться по имени-отчеству Александр Викторович. Саша меня отвел в сторонку, так и сказал: «Вот, Павел, больше меня так никогда не называй, Александр Викторович». Я Саша. Вот, поэтому с тех пор я позволяю себе эту фамильярность и называю Сашу Червонского Сашей. И я именно, мне кажется, это отчасти, в общем-то, залог таких хороших, прогрессивных, простых взаимоотношений. То есть вы можете делать, в общем-то, ну, отринув формальную составляющую, все-таки фокусироваться на главном, это именно на ресерче, который вы делаете. И когда я был у Саши в лаборатории, скажем так, вот те книжные знания, да, которые я когда-то прочитал по иммунологии, те теории, которые там были в моей голове, которые на самом деле очень плохо совмещались, то есть я очень плохо понимал, как иммунная система работает, почему именно это происходит, там, ну, не говоря уже там про сложные вещи. И вот работая у Саши, с Сашей в лаборатории, я, в общем-то, ну, буквально в конкретных экспериментах, там, в конкретных исследованиях, у меня, знаете, вот такая размытая картинка иммунологии, она начала, знаете, как фокусироваться. То есть вот у меня вся картинка, она начала собираться в целом. И вот я много сказал слово иммунология, на самом деле нужно всегда понимать, что иммунная система, она вот, ну, как эндокринологическая система, да, она вплетена просто вот в основу жизнедеятельности, физиологии организма, и поэтому, в общем-то, именно как иммунная система встроена, как она работает, это, в общем-то, то, благодаря чему, в общем-то, я имею в виду, работа у Саши в лаборатории позволила мне, в общем-то, стать отчасти тем, кем я являюсь на данный момент. Вот. А сейчас я, собственно говоря, хотел бы передать слово Саше. Саша, поднимайтесь. Да, пока Саша поднимается, я расскажу, что основным все-таки объектом исследования является диабет первого типа, и это, в общем-то, для нашей организации очень такой животрепещущий топик, и именно поэтому, в общем-то, мы здесь, я думаю, что должны, в общем-то, найти, я именно призываю клиницистов, то есть найти подход к друг другу, то есть, и, может быть, у нас действительно появятся дополнительные точки пересечения, и хорошие исследования мы могли бы сделать. Mm-hmm. Спасибо. Саша, микрофон весь ваш. Спасибо за столь лестное введение. Я должен сказать, что это первый за два года живой семинар, когда я вижу живых людей в аудитории.
все остальное делается через Zoom, и это совершенно другое. И второе, это то, что когда я переехал в Соединенные Штаты, за это время, с тех пор, прогресс науки оказался таковым, что русских терминов я этих просто не знаю. Вот, так что вы меня должны извинить за англицизмы. Но сегодня речь пойдет о микробах, комменсуальных микробах и их роли в аутоиммунитете. Ну, известно, что генетика очень важна для понимания аутоиммунных заболеваний и других заболеваний тоже. Но среди идентичных близнецов заболеваемость все равно, они не, пенетрантность не 100%. И при рассеянном склерозе тут всего лишь 25%, при диабете первого типа 40-50%, астма 75%. То есть понятно, что окружающая среда вносит свой вклад в развитие, помимо генетики, вносит вклад в развитие аутоиммунитета. Это хорошо демонстрируется на таком эксперименте на животных, когда люди просто собрали данные по возникновению диабета первого типа у мышей, которые называются NOD. NOD. Это не non-obese diabetes, то есть диабетик, не нежирные диабетные мыши. И видно сразу, что это четыре разных колонии вокруг со всего света. И видно, что работает, что здесь две вещи видны. Во-первых, что в разных колониях частота диабета первого типа очень разная и варьирует от порядка 20% у самок до почти 100%. И второе – это то, что между самками и самцами есть большая разница. Понятно, что частота диабета зависела от окружающей среды, и также был замечен половой диморфизм в диабете у мышей. Ну, со временем, естественно, комменсалы стали предметом, комменсальные микробы стали предметом расширенного изучения, и они как бы встали в центр всего для того, чтобы понять, как поддерживается здоровье организма. Но комменсалы, конечно, не стоят на базе генетики хозяина, и они подвергаются биологическим, химическим и физическим воздействиям, такие как pH и так далее, температура и биологические воздействия, такие как гормоны. И на них также влияет внешняя среда для них. Это иммунная система, поглощаемая хозяином диета и метаболизм хозяина. Все это вместе определяет взаимоотношения хозяина и микробов, и, соответственно, здоровье хозяина. Но прямое доказательство того, что влияние микробиоты на разные типы аутоиммунитета были получены на опытах с Джомфри животными. Джомфри – это довольно старая идея, чтобы сделать животных полностью безмикробными. Она еще приходила в голову Пастеру. У него не было, правда, возможности этого сделать, но идея такая была. И в лаборатории, члены его лаборатории спорили, сдохнут такие животные или не сдохнут. И оказывается, что, в общем, если сделать безмикробных животных и не давать им, не добавлять витамины в нужном количестве, витамин К, в частности, витамин А в еду, то они таки дохнут довольно быстро. Делалось это так. Значит, это еще в довоенное время в университете Нотр-Дам в Индиане были построены вот такие камеры металлические, где находились стерильные животные. Первым стерильным животным была собака Бигль.
которые суки смогли выкормить крысят. И крольчат, простите. Крольчихи, стерильные крольчихи выкормили стерильных крысят. А вот крысы совершенно отказывались кормить стерильных мышат. Поэтому каждый раз, когда мы получаем новую стерильную линию мышей, она должна быть, она начинается с нуля. И всегда их выкармливают стерильные мыши. Вот, ну, это развивалось, эта технология развивалась, и вот Рейнер был такой в университете Нотр-Дам. Они даже перевернули эту технологию. В этом случае животные находились в стерильной камере, а человек, который обслуживал этих животных, он должен был погружаться в антисептик, потом выныривать оттуда и после этого уже обслуживать этих животных. Так что это очень сложная технология, она и в наше время сложная, но, к счастью, в нашем университете она очень хорошо работает. Ну, а теперь это выглядит все, конечно, гораздо более элегантно, это все пластик, и работать там гораздо легче, чем раньше, никуда погружаться не надо. Вот, результаты таких исследований, которые были проведены множественными группами, они сведены в эту короткую таблицу. Ну, во-первых, сразу понятно, что что моногенные болезни, которые определяются одним мутацией в одном гене, они абсолютно нечувствительны к комменсалам. То есть, если это моногенная болезнь, такие как IPEX, APCID, это мутации в гене FOXP3 или AIR, или AID, они нечувствительны к комменсалам. Такие стерильные животные заболевают точно так же, как нестерильные животные. Некоторые болезни могут развиваться независимо от комменсалов, такие, например, как полигенные болезни, такие как диабет первого типа, у мышей и крыс развивается вне зависимости от присутствия бактерий. Некоторые бактерии развиваются вне зависимости от комменсалов, но комменсалы могут усиливать заболевание. Это показано по некоторых моделях ревматоидного артрита, системной красной волчанки. А некоторые болезни нуждаются в том, чтобы комменсалы присутствовали. Ну, здесь эти модели перечислены, и в частности воспаление слюнных желез у тех же самых анадимышей. Но система эта на самом деле существенно сложнее. Например, у мышей, анадимышей развивается диабет как первого типа. Здесь хорошо видна инфильтрация в островке Лангерганса. И это не стерильная мышь, это стерильная мышь. И у них у обеих развивается одно и то же. А вот воспаление слюнных желез, сиалит, он развивается только у SPF-мышей, у нестерильных мышей. У стерильных мышей он не развивается. То есть, иными словами, никакой корреляции между этими заболеваниями, в смысле влияния микробиота, не существует. И мы можем сделать вывод, что даже в одном организме комменсальные бактерии могут по-разному влиять на разные манифестации аутоиммунных заболеваний. И это вот такая сложная система, с которой нам приходится иметь дело. Если мы вспомним вот эту картинку, то предположений может быть два. Либо микробиота, какая-то микробиота один, влияет, стимулирует развитие диабета первого типа. Ну, скажем, вот здесь эта микробиота стимулирует развитие диабета первого типа. А другая микробиота в другом питомнике, наоборот, подавляет развитие диабета первого типа при той же генетике животного. Какая из этих моделей правильная? Но следует помнить, что у стерильных мышей диабет развивается по умолчанию. Да, это по умолчанию развивается. А в присутствии микробиоты он либо может усиливаться, либо подавляться.
Значит, это результат исследования, опубликованный несколько лет назад большой группой, которая исследовала, вы наверняка эту публикацию знаете, они исследовали микробиоту у больных диабетом первого типа в Эстонии и Финляндии, сравнивая их с карельской частью России. И оказалось, что это было известно еще и до того, что в Финляндии финны и карелы, конечно, очень близки генетически, но в Финляндии частота диабета первого типа гораздо выше. И они нашли существенные различия в микробиоте между двумя группами пациентов. И у российских детей было больше обнаружено протеобактерий, как Escherichia coli, а у финских детей больше было микробов, которые относятся к семейству бактериоидис. Дальше на этом месте они развивали большую теорию, что это действительно правда. Бактериоидисы тоже грамнегативные бактерии, как и Escherichia coli, но липополисахарид, который они продуцируют, разный. У бактериоидиса он не стимулирует так иммунную систему сильно, как может стимулировать ЛПС у Escherichia coli. На этом строится теория, что вот в разнице в стимуляции иммунной системы это определяет развитие диабета. Но в действительности, если честно посмотреть на эту картинку, то интерпретировать ее довольно трудно, потому что, поскольку мы уже знаем, что у стерильных мышей и крыс диабет развивается абсолютно нормально в отсутствии микробов, то вполне возможно, что никакой дополнительный стимул для развития диабета со стороны микробов просто не нужен. И единственное, что мы видим, это группа детей в Карелии. У них действительно есть микробиота, который может подавлять развитие диабета. То есть в нормальных животных и, скорее всего, в пациентах нет влияния особенного микробиоты, она не стимулирует развитие диабета первого типа, но может его подавлять. И это, конечно, клинически очень важно. Ну как же микробиота работает, чтобы модифицировать аутоиммунные процессы? Мы к этому пришли в ходе вот этих исследований, Павел тоже в них принимал участие. Это обнаружилось следующим образом. Мыши дикого типа, NOD-мыши, развивают диабет. Мыши, у которых нет сигнальной молекулы, которая называется MyD88, эта молекула передает сигнал от рецепторов, разных рецепторов, в том числе Toll-like receptors, TLRs, и интерлейкина-1 или интерлейкина-18. Вот если у мыши нет этого сигналинга, то такие мыши оказываются защищенными от диабета. И на первый взгляд казалось, что отлично, мы нашли интересное наблюдение, сделали интересное наблюдение, которое говорит о том, что для развития диабета нужны вот эти врожденные сигнальные рецепторы, ТОЛ-рецепторы или интерлейкин-1. Да? Но мы сделали существенный опыт, когда перевели этих мышей на стерильную основу. Мыши дикого типа продолжали развивать диабет с такой же интенсивностью. А вот мыши MyD88 нокауты, оказалось, что они теперь развивают диабет, тоже со страшной силой. Значит, вот эта вся протекция, она была связана с присутствием микробов. И с этого как бы наш большой интерес к проблеме и решение этой проблемы и пошло. Но как это может работать? Это может работать, по-видимому, основано на двух принципах. Ну, во-первых, это было сделано
В 2008 году вышла статья, значит, эти опыты были сделаны где-то в 2006-2007. И мы сравнивали, какие бактерии разные между, оказываются разными между мышами дикого типа и нокаутами по MyDA-T8. Ну и мы, конечно, нашли какие-то различия в лактобациллах и так далее. И это привлекло как бы наше внимание. Надо сказать, что это было тогда, когда все это делалось с сенгеровским секвенсом по Сенгеру. Можете себе представить. Тогда еще мы не знали, что можно делать high throughput sequencing. Вот. И исходя из этих данных, мы поняли, что может быть два сценария, как микробы влияют на развитие аутоиммунитета. Одна гипотеза – это гипотеза специфической линии или специфического штамма. Идея в том, что у мутантного животного может быть совершенно размножиться какой-то специальная бактерия, специальный микроб, который может подавлять иммунную систему хозяина, и это приводит к развитию аутоиммунитета, если хозяин генетически предрасположен к аутоиммунитету. Но, как вы видите, здесь есть такие красные стрелочки, которые означают, что микробы влияют на хозяйскую иммунную систему, но и хозяин, естественно, держит микробы в узде. Это такие взаимоотношения нужны для того, чтобы поддерживать гомеостаз. И с другой стороны, эта система должна быть сбалансирована. Но если даже совершенно не необходимо, чтобы эти микробы были разные между разными животными, между диким типом и мутантным животным. Те же самые бактерии, если ослаблено влияние на бактерии со стороны хозяина, они могут приобрести силу и подавлять хозяйскую иммунную систему вне зависимости от, собственно, композиции микробов. Поэтому данные о микробной композиции сами по себе, они небольшой ценности в принципе не имеют. Всегда нужно доказывать, что они действительно что-то делают. И это как раз самая сложная и самая длительная часть всей работы. Но чтобы проверить эти гипотезы, мы колонизовали стерильных мышей разными микробными содружествами. Ну, в частности, так называемая Altered Shedless Flora или ASF, которая вот эти бактерии имеет. Это в аптеке купленная VSL3 смесь, которая содержит вот такие бактерии. Это пробиотик, который очень популярен. И это так называемые сегментированные нитевидные бактерии, или SFB. Они живут на поверхности кишечника, образуют такие вот длинные, такие длинные нити, и они прямо впьявливаются в клетки кишечника. И они вызывают, известно было, что они вызывают воспаление. То есть эти самые разные, мы колонизовали стерильных мышей самыми разными бактериями. В результате получили следующие данные. Практически везде, когда мы колонизуем MyDA дефицитных мышей, то есть мутантных, они практически всегда, какую бы микрофлору мы им ни давали, ASF или VSL3 или SFB, они всегда защищаются в отсутствии MyDA-T8. То есть эти сигналы могут поступать от самых разных бактерий. И это взаимодействие микробов с хозяйской генетикой. Чистая иллюстрация. В заключение этой части можно сказать, что в этих мышах большая группа микробов, разные их композиции, уменьшают диабет. И это как бы данные в пользу гипотезы балансированного сигнала. Как именно бактерии могут работать? Ну, здесь есть три
таких больших варианта. Один – это молекулярная мимикрия. На этой картинке красненькие – это Т-клетки, и зелененькие тоже Т-клетки, а это антиген-презентирующие клетки. Красненький – это пептид микробного происхождения, а синенький – это пептид, который узнают Т-клетки, хозяйского происхождения. Так вот, микробный пептид может оказаться очень похожим или идентичным хозяйскому пептиду. И тогда это называется молекулярной мимикрией, и тогда возникает иммунный ответ против бактериального пептида, который точно такой же против своего. А с другой стороны, может быть так называемый bystander activation, то есть активация посторонних клеток. Основано это на том, что микробы активируют антиген-презентирующие клетки. И антиген-презентирующие клетки начинают экспрессировать молекулы, помогающие Т-клеткам активироваться. И если на этой антиген-презентирующей клетке также есть свой собственный антиген, и она активирована, то Т-клетка может активироваться, и это приведет к аутоиммунитету. И, наконец, это влияние на врожденный иммунитет. Ну, действительно, микробы синтезируют массу разных веществ, которые активируют либо антиген-презентирующие клетки, либо иммунные лимфоиды, похожие, не знаю, как по-русски это называется, ILCs, клетки. И это может приводить к костимуляции, дополнительной костимуляции на антиген-презентирующих клетках и приводит к выбросу цитокинов и активации Т-клеток и убийству органов мишеней. В нашем случае это бета-клетки поджелудочной железы. Ну вот, значит, это три варианта, как, с чем может взаимодействовать иммунная система, и, чтобы микробы приводили к аутоиммунным заболеваниям. Но это нам показалось, со временем этого оказалось недостаточно, и мы решили, это картинка из обзора, которую мы написали в Cell Host and Microbe с моими студентами, где идея была в том, и это то, что я вам сегодня буду рассказывать, это новые неопубликованные данные, идея в том, что в дополнении к вот этим вариантам, которые были на первом слайде, да, взаимодействие Т-клеток с антиген-презентирующими клетками, еще существуют другие взаимодействия. Микробиот очень сильно зависит от того, чем питается животное или человек. И диета может либо через микробы, либо непосредственно влиять на органы мишени, которые подвергаются аутоиммунной атаке. Кроме того, они могут влиять на развитие эндокринных органов в чреве матери, либо напрямую, либо через микробиоту. И вот этой областью мы решили заняться вплотную. Это то, что нас сейчас очень интересует, поскольку эта область довольно сильно не тронута. Иллюстрация влияния диеты на микробы вот из этой статьи следует. Значит, здесь есть два человека, которые называются Subject A и Subject B. Subject A и Subject B – это руководитель и постдок и его руководитель, которые в течение года каждый день собирали свой стул, потом они выделяли оттуда микробы и секвенировали их в течение года. И, как хорошо видно, в общем, и у того, и у другого микробиота у них разная, это абсолютно точно, но она стабильна в течение года, за двумя исключениями. Вот постдок – он был из Южной Кореи, он поехал домой на каникулы, и там перешел с привычной американской еды на корейскую. И у него мгновенно поменялась микробиота. Он вернулся обратно, старый стал есть американскую еду, микробиота восстановилась. А его руководитель
съел неудачный бутерброд и заболел сальмонеллезом. Мгновенно он потерял массу микробов. Зелененькая – это сальмонелла. Потом она исчезла, и через какое-то время его микробы восстановились. Что говорит о том, что есть некоторые очень быстрые влияния на микробиоту, скажем, резкая смена диеты или инфекция. А есть, по-видимому, и другие влияния, когда в зависимости от того, что вы едите постоянно, микробиота устанавливается и может влиять на процессы, происходящие в организме. Наш первый вопрос, который мы хотели исследовать, это влияние гидролизованного казеина на развитие диабета первого типа. Почему это? Потому что мы посмотрели массу литературы, люди пытались добавлять разную еду мышам и смотреть, как у них развивается диабет. И в большинстве случаев у одной лаборатории развивался, в другой не развивался. А вот с гидролизованным казеином он всегда защищал от диабета первого типа. Поэтому мы решили с этим работать, потому что это как бы воспроизводимый результат. И первый вопрос был, зависит ли защита от диабета первого типа гидролизованным казеином от микробиоты? И действительно, на этот вопрос мы получили ответ довольно быстро. Здесь все очень понятно. Это контроль. Мыши едят свою обычную еду, называемую чао. А это мыши, которые едят либо гидролизованный казеин, или не гидролизованный казеин, это никакого значения оказалось, что не имеет, был бы казеин. В любом случае, частота диабета резко падает, и он сильно отсрочен. Да, это работает. Но что самое интересное, что это работает точно так же у стерильных мышей. Это для нас было очень важно, потому что было понятно, что это механизм, который не зависит от микробиоты. И если вы хотите лечить или предотвращать диабет у людей, которые все имеют разную микробиоту, то понятно, что если это не зависит, то это способ приблизиться к каким-то клиническим испытаниям. Ну, мы получили ответ, и диета работает вне зависимости от микробов. Как же она работает? Значит, иммунная система у этих мышей оказалась совершенно не задета. В данном случае это простой очень эксперимент. Мы берем клетки селезенки от мышей либо на обычной диете, либо на протектирующей диете, и вводим их другим мышам, смотрим, как быстро развивается диабет, никакой разницы нет. То есть с их Т-клетками все абсолютно в порядке. Более того, частота регуляторных Т-клеток у них тоже одинаковая. Это тоже не объясняет, почему они защищаются от диабета. Но вот если сделать другой эксперимент, в этом случае берутся диабетогенные клетки от мышей, у них все эти клетки одинаковые, и мы знаем, что они узнают. Они узнают компонент секреторных гранул поджелудочной железы, хромогранин А. И если мы такие клетки метим флуоресцентным красителем, потом вводим их мышам, они пролиферируют в региональных лимфоузлах, в панкреатических лимфоузлах. При каждом шаге пролиферации интенсивность краски уменьшается ровно вдвое, и можно посчитать, сколько раз и сколько клеток пролиферируют. И вот если это делать, то оказывается, что если вводить такие клетки в мышь на обычной диете, они пролиферируют вот так, а если в мышь на протективной диете, то они пролиферируют гораздо меньше. То есть environment, окружающая среда для них неблагоприятна, если мышь находится на протективной диете. Но опять-таки мы вернулись к этой схеме и хотели понять, что же здесь реально происходит. И что привлекло наше внимание, это возможность, поскольку мы уже поняли, что иммунная система не страдает, но она также не активируется достаточно сильно, мы решили понять, не влияет ли эта диета прямо на поджелудочную железу. И действительно оказалось, что если ввести таким мышам глюкозу, потом померить инсулин,
то у мышей на обычной диете инсулина секретируется больше, а на протективной диете инсулина секретируется меньше. Это тест на толерантность к глюкозе. У мышей это делается путем внутрипериториального введения глюкозы, и через 15, 30, 60, 90, так далее, 120 минут мы меряем количество глюкозы в крови. Соответственно, оценивать этот график очень просто. Чем дольше глюкоза остается в крови, тем меньше инсулина секретирует мышь. Да? И оказалось, что у мышей на обычной диете инсулина секретируется гораздо больше, чем у мышей на протективной диете. Удивительно, но факт. И это значит, что есть какая-то метаболическая проблема у предрасположенных к диабету первого типа мышей, и она корректируется добавлением вот такой диеты. А дальше мы стали смотреть, анализировать клетки островков с помощью секвенса РНК в единичных клетках. И оказалось, что у мышей что есть сдвиг в секреции инсулина, но не во всех клетках, а в значительной их части. То есть у мышей на обычной диете гораздо больше клеток с высокой экспрессией гена инсулина 1 и то же самое с инсулином 2. У мыши, в отличие от человека, два гена инсулина, инсулин 1 и инсулин 2. Но они регулируются примерно одинаково. И дальше мы посмотрели хорошо. Вот мы увидели, что инсулина секретируется больше. А что с экспрессией остальных генов? И когда мы сравнили мышей с высокой экспрессией, клетки с высокой экспрессией инсулина с клетками, которые экспрессируют мало инсулина, то оказалось, что тут есть три таких узла генной экспрессии, которые очень хорошо характеризуют процессы, которые там идут. Ну, во-первых, это процессы, связанные с процессингом инсулина и его секрецией, такие гены апрегулированы. А также гены, которые отвечают за UPR, это Unfolded Protein Response, и деградации в ретикулуме, в эндоплазматическом ретикулуме. А также гены, которые отвечают за процессинг протеинов белков в эндоплазматическом ретикулуме. Все это указывает на то, что клетки, секретирующие большое количество инсулина, находятся в состоянии стресса. И оказалось, что этот процесс, он генетический, не связан с аутоиммунитетом, как ни удивительно. Потому что в этих экспериментах используются мыши СКИД, у них нет ни Т, ни Б лимфоцитов. Все мыши в этом эксперименте СКИДы. В данном случае мы сравниваем мышей, у которых генетическая основа BLK6, а это мыши NOD. И здесь хорошо видно, значит, AUC – это площадь под кривой. И чем выше, тем меньше площадь под кривой в тесте на толерантность к глюкозе. Соответственно, чем выше это значение, тем меньше секреция инсулина. Да, они связаны обратной связью. И у нодов инсулина секретируется больше. Когда мы делаем гибридов, либо BLK6 на NOD, либо NOD на BLK6, что важно, потому что понять, это ген митохондриальный или ядерный. И оказывается, что это все равно, в какую сторону делать скрещивание, значит, это ген ядерный, а не митохондриальный. И когда мы делаем скрещивание, возвратное скрещивание на одну из этих линий, то оказывается, что распределение примерно 50 на 50. То есть это указывает, в генетике это указывает на то, что это один ген, контролирующий вот такую высокую секрецию инсулина. Ну, если это можно поймать таким способом, то такой ген можно проклонировать и понять, что это такое. Это то, чем сейчас студенты в моей лаборатории занимаются.
Но в общем, чтобы построить модель, которая характеризует такой внутренний стресс, мы вот предлагаем следующее. Значит, если мыши находятся на обычной диете, у них высокая секреция инсулина, это секреторные гранулы, которые поглощаются антиген-презентирующими клетками и, соответственно, могут активировать большое количество Т-клеток. У мышей, не предрасположенных к диабету, мышей Black 6 или у NOD-мышей на протективной диете, соответственно, секреторных гранул меньше, меньше инсулиновой секреции и меньше активации Т-клеток. Это модель. К чему это приводит? Что вот это внутреннее повреждение за счет гиперсекреции инсулина и стресса бета-клеток приводит к увеличению, вносит свой вклад в полное повреждение бета-клеток, в которое входит внутреннее повреждение, присущее бета-клеткам, и аутоиммунное. И, естественно, с ростом этого общего повреждения происходит образование гиперглицемии и гликемии и диабета, развитого диабета. Но что важно, что вот этот процесс, вот это вот внутреннее повреждение может быть снижено, если мышей посадить на протективную диету. Что, конечно, очень интересно и новое в смысле физиологии бета-клеток. Является ли это общей чертой аутоиммунитета? Так совпало, что когда мы получили эти данные, вышла теоретическая статья в журнале Immunity из группы Ури Алона из Вейсманского института в Израиле. И они заметили, что, в общем-то, любой эндокринолог вам скажет, это совершенно очевидно, что некоторые клетки, например, бета-клетки поражаются аутоиммунными болезнями, а альфа-клетки нет. И точно так же другие клетки в щитовидной железе или в надпочечнике в сравнении с клетками юкстогломерулярного комплекса поражаются, а здесь эти нет. В чем же здесь причина? И их идея очень простая. Она изложена вот здесь. Клетки, ну, например, бета-клетки поджелудочной железы секретируют молекулу, которая является негативным сигналом для сигнала, который их активирует. Да? Ну, давайте рассмотрим на примере поджелудочной железы. Бета-клетки секретируют инсулин. Инсулин – это негативный сигнал для глюкозы. Глюкоза активирует инсулин. Да, это такой круг. В том числе, с другой стороны, глюкоза является ростовым фактором для бета-клеток. И то же самое происходит с другими гормонами. Если при условии, что секретируемое вещество является негативным регулятором собственного регулятора, а негативный регулятор является позитивным сигналом для самих секретирующих клеток. С другой стороны, в других случаях, когда этого не происходит, например, в паратиреоидных железах, кальций подавляет секрецию PTH, и в то же время он подавляет саму пролиферацию клеток паращитовидной железы. Соответственно, в этом случае этого не происходит. И последствия этого очень интересны. Они считают, что предлагают, что в результате образуются клетки с очень высокой секрецией гормона. И это приводит, секреция гормона приводит к пролиферации таких клеток, и они могут представлять собой опасность в смысле возникновения опухоли. Соответственно, идея заключается в том, что есть аутоиммунное слежение за гиперактивными мутантами, или ASHM, как они это называют, которые убивают клетки, которые становятся гиперпродуцентами. Это их идея.
Ну, я не думаю, что убийство таких клеток является механизмом этого ASHM из простых соображений, потому что CD8 клетки, которые могут убивать, они слишком чувствительны, для них все равно. Одна молекула присутствует на поверхности клетки или 10, они все равно ее убьют. Они просто не в состоянии дискриминировать между секретирующей и гиперсекретирующей клеткой. Поэтому здесь я должен ввести идею нелетального и летального аутоиммунитета. Почему, откуда она пришла, эта идея? Пришла из наблюдения над введением антител против CD3. Эти антитела прошли недавно, они проходили клинические испытания, но как бы при уже развитом диабете с гипергликемией и не получили большого развития. Но в качестве предотвращения диабета первого типа оказалось, что они работают при клинических испытаниях у человека. Пациенты, которые до развития очевидного диабета получали анти-CD3 антитела, они развивали его или не развивали, развивали гораздо позже, чем контрольные. У мышей это работает очень хорошо. Если можно ввести анти-CD3 антитела мышам, у которых уже довольно высокий сахар в крови, где-то чуть больше 200 мг на декалитр, и значительная часть из них нормализует уровень глюкозы в крови, и так он остается на долгое время. Это не работает не во всех мышах, но в значительном их количестве. Если мышам вводить контрольные антитела, то практически очень редко у них наблюдается нормализация. Хотя спонтанная нормализация тоже бывает. Напоминающая медовый месяц диабета у человека. Так вот, оказалось, что когда мы покрасили, сделали срезы с панкреаса, с поджелудочной железы таких мышей, то и это просто график, который показывает, какие мы находим там островки Лангерганса. Красный – это смесь антител к соматостатину и глюкагону, то есть они показывают не бета-клетки, то есть присутствие сохранения этих клеток в системе. А зелененький – это инсулин. Соответственно, если инсулина много, то они очень зеленые, если мало продуцирующих клеток, то они становятся очень тусклыми или исчезают полностью. Так вот, если обработать мышей антителами к CD3, у них преимущественно вот такие наблюдаются клетки, а у контрольных мышей они либо совсем не делают инсулина, либо очень мало. Надо сказать, что эти мыши уже диабетные. Значит, и то, что мы здесь наблюдаем, это то, что обработка анти-CD3 увеличивает секрецию инсулина. Бета-клетки не могут появиться в течение недели ниоткуда. Да, они не могут размножаться, и это показано, что они не размножаются так быстро, и вообще их деление очень ограничено. Это значит, что иммунная система подавляет секрецию инсулина, не убивая бета-клетки, что тоже клинически, конечно, очень важно знать. Вот это вывод из этой части рассказа, что вмешательство в метаболизм может компенсировать генетические дефекты физиологии бета-клеток, и нормализация секреции инсулина приводит к аттенуации аутоиммунитета. И если природа аутоиммунитета действительно базируется на регуляции секреции и продукции эффекторных молекул, включая гормоны, тогда контролирующие механизмы, скорее всего, нелетальные. Они просто подавляют секрецию до определенного уровня. Если связь с человеком? Оказывается, что, возможно, да. Мы стали смотреть на старые работы. И это график, точка 0, это график, это точка диагностики диабета первого типа, а кривая показывает концентрацию C-пептида. Для неэндокринологов, эндокринологам это все очень понятно, они эндокринологи,
должны знать, что инсулин процессируется в процессе образования, и инсулин может, мерить инсулин трудно, потому что бывают к нему антитела, а C-пептид, которому нет антител, это хороший маркер, показывает, сколько инсулина секретируется. Вот здесь вот есть в начале, задолго до клинического заболевания, у предрасположенных людей оказывается, что есть пик C-пептида, который говорит о том, что у человека тоже может быть, у предрасположенного человека тоже может быть гиперсекреция инсулина задолго до заболевания. И это, естественно, диагностически может быть очень интересным тестом. Но в дальнейшем мы клонируем, в этой связи мы клонируем гены, отвечающие за секрецию, за такую анормальную, ненормальную секрецию инсулина. И в данный момент мы тестируем гены-кандидаты. Но это как бы дифференциальная экспрессия генов у мышей, получающие протективную диету и обычную диету. И здесь есть ряд интересных кандидатов, которые мы сейчас исследуем. В частности, оказалось, что есть некоторые нейропептиды, CARD5 и TAC1, которые известно, что они регулируют инсулиновую секрецию, но нормальные они или нет, мы не знаем. Мы уже сделали нокауты, и в этой работе принимал участие студент Павла Андрей Сонин, который стажировался у меня в лаборатории. Ну и, естественно, когда есть что-то очень хорошее, например, мы знаем, что это диета защищает от диабета, всегда хочется что-то испортить, и чтобы понять, как это работает. Да, я в детстве, мой дедушка привез, он учился во Франции, но потом поехал на каникулы в Россию, в 2014 году, и уже никуда не вернулся. Но до этого он купил себе швейцарские часы, которые хранил до тех пор, пока я их не разобрал, будучи в 7 классе, чтобы посмотреть, как это работает. Такое желание всегда есть, испортить хорошую вещь, и чтобы посмотреть, как это работает. Так вот, в голову пришло, что есть связь между целиакией и диабетом первого типа. При диабете разрушаются, первого типа разрушаются бета-клетки, при целиакии происходит повреждение ворсинок кишечника, они становятся плоскими, и в кишечнике есть воспаление. Естественно, что причиной целиакии или стимулирующим моментом является глютен. Глютен – это комплекс 100 белков из злаковых растений, из зерен злаковых растений, которым есть у части людей есть вот такая реакция. И какая же связь между диабетом первого типа и целиакией? И генетика, конечно, и окружающая среда. Что касается генетики, то примерно от 1 до 7% диабетиков первого типа также болеют целиакией. По разным данным, в разных группах. Но то, что у них общего, это главный комплекс гистосовместимости, они при целиакии и диабете первого типа совпадают, те же самые аллели используются, вовлечены. Ну и, конечно, окружающая среда тоже существенно влияет. А что такое окружающая среда в данном случае? Это диета и микробиота. Глютен. Глютен можно купить в любом супермаркете и его исследовать. Так вот, мы взяли хорошую диету, гидролизованный казеин, и добавили в него глютен из двух разных производителей. И в обоих случаях развитие диабета восстановилось. То есть гидролизованный казеин защищает, обычная еда не защищает, а добавление глютена к гидролизованному казеину портит весь эффект. Ну, это, естественно, очень интересно, и важно понять, влияют ли на это микробы или нет. Да? Из-за чего это происходит. Но первое, что мы посмотрели, не отменяет ли глютен вот этого позитивного эффекта на секрецию инсулина. Не отменяет. Все равно происходит низкая секреция инсулина, это эффект
гидролизованного казеина. А если делать тест на глюкозную толерантность, то тоже нет разницы особенной между гидролизованным казеином и казеином с глютеном. Да? Это хорошо видно вот здесь. То есть это не эффект, не влияет на секрецию инсулина. Но с другой стороны, те же самые диабетогенные клетки, когда мы их переносим в нормальные лимфоузлы, если они происходят от, как я уже это рассказывал в начале, если они происходят от протективной диеты, то они пролиферируют хуже, чем контрольные, а мыши на диете с глютеном эти клетки пролиферируют отлично. То есть это значит, что у них иммунная система более активирована. Это добавление глютена, оно промотирует аутоиммунитет. Достаточно оно его промотирует, чтобы преодолеть протекцию, предоставляемую казеином. Ну, в данном случае мы делаем анализ, опять-таки, анализ индивидуальных РНК-экспрессии в индивидуальных клетках из островков Лангерганса, из НОД мышей на казеине или на казеине с глютеном. Это представительство всех популяций, включая, показывает нам, что там есть эндокринные клетки, а также неэндокринные клетки, миелоидные, Т и Б клетки. И первое, что бросается в глаза, если смотреть на соотношение альфа, бета и дельта клеток, то оказывается, что у мышах на глютене гораздо меньше бета-клеток. Значит, что это активное убийство бета-клеток. Глютен стимулирует это. Конечно, экспрессия генов в бета-клетках тоже отличается. Но, чтобы обо всех, конечно, рассказать невозможно, но что очень интересно, это то, что в бета-клетках больше генов, которые показывают, что был сигнал через TNF, это tumor necrosis factor, фактор некроза опухолей. TNF-альфа – это воспалительный цитокин, и понятно, что он больше его секретируется при присутствии глютена, и он через его рецептор активируется в бета-клетках. А также миелоидные клетки экспрессируют гораздо больше активированных генов, чем при глютене, чем без глютена. И единственный пример, который я хочу привести, это более существенная экспрессия костимуляторных молекул CD80 и CD86, которые нужны для активации Т-клеток. Т-клетки, значит, кроме single cell sequencing, мы применяем метод, базирующийся на мультипараметрическом флюоресцентном сортинге при анализе 28 цветов разных, клетки красят 28 разными антителами, и потом можно создать вот такой T-SNAP-плот, график, где показываются эти популяции. И если смотреть на популяции между казеином и казеином с глютеном, то большой разницы между этими популяциями нет. Это говорит о том, что количественно они не отличаются, но они должны отличаться качественно. А что так и оказывается? Во-первых, клетки на глютене пролиферируют гораздо сильнее. Это окраска на Ki-67, маркер пролиферирующих клеток. И вторая интересная находка – это что регуляторные Т-клетки экспрессируют больше молекул, свидетельствующих о том, что они находятся клетки, резидентные в тканях. То есть они не циркулируют, а находятся в тканях для них. И это признак их активации, что тоже является косвенным признаком более активного иммунного ответа. Ну и, наконец, в клетках CD8 больше среди них при поглощении глютена, среди них больше клеток, которые продуцируют совместно TNF и интерферон гамма. Это тоже абсолютный признак высокой активации иммунной системы.
Так вот, понятно, что казеин с глютеном индуцирует активацию врожденной и адаптивных иммунных систем. Как работает глютен? Но при целиакии глютен нужен для активации трансглютаминазы 2. А трансглютаминаза 2 умеет переделывать глютаминовую кислоту в глютамин. И таким образом иммуногенные пептиды становятся еще более иммуногенными. Это один из механизмов целиакии. А кроме того, вполне возможно, что продуцируются более биологически активные пептиды. И вопрос, зависит ли это от микробиоты. Ну, трансглютаминаза 2 отпала. После длительных экспериментов мы сделали нокаут трансглютаминазы 2. И вот ее здесь, белка этого нет на вестерне, но разницы никакой в развитии диабета, тем не менее, не обнаружила. Значит, трансглютаминаза 2 не вовлечена, пришлось обращаться к безмикробным мышам. И вот тут было очень интересно. Оказалось, начинается самая интересная часть. Оказалось, что это мыши, самцы и самки на обычной диете. Это красненькие, это мыши на казеиновой диете, я вам их уже показывал. А синие – это на диете с глютеном. Они абсолютно не развивают никакого диабета в стерильных условиях. То есть это глютен промотирует развитие диабета первого типа полностью в зависимости от присутствия микробиоты. Но если микробиота вовлечена, значит, надо ее секвенировать. Но это делать нужно правильно. Просто брать мышей из нестерильных условий и секвенировать микробиоту, это нам ничего не даст, потому что если есть разница, то она будет, разница между клетками, разными клетками мышей в нестерильных условиях будет настолько же велика, насколько и разница между разными диетами. Поэтому мы этого просто никогда не делаем. Мы поступаем сложно, но добротно. Мы берем стерильных мышей и их всех одновременно колонизуем одним и тем же источником микробиоты. Ну, это какой-то нормальной мышки. После этого мы их сажаем на три разные диеты, и через некоторое время забирается у них содержимое кишечника, выделяется ДНК и секвенируются гены 16S, рибосомальные гены бактерий, которые и, собственно, являются стандартом для того, чтобы сказать, кто там из бактерий присутствует. И, ну вот это результат этих экспериментов, и оказалось, что не в толстом, но в тонком кишечнике, а именно там, где глютен переваривается, мы видим существенную разницу между мышами на HC-диете, на казеиновой диете, против мышей на глютене или обычной диете. Глютен стимулирует развитие самых совершенно других бактерий. Но раз это бактерии, значит, мы должны их исследовать, мы знаем, что глютен их промотирует. И самое простое, что пришло в голову, это взять чашку Петри, сделать ее непрозрачной, потому что в ней находится производная глютена, называемая глайодин. Глютен вообще в воде не растворим, но вы это знаете, с мукой это беда, она не растворяется в воде. Глайодин немножечко растворяется в спирте, его, в общем, это можно добавить в агар, и он становится мутным. Потом, если посадить на него бактерии, и какие-то бактерии начнут производить протеазы, секретировать протеазы, которые могут жрать этот глайодин, то вокруг колонии образуется вот такой просвет. Да? Это сразу нам показывает функционально, какие бактерии могут переваривать глютен. И, соответственно, мы должны показать, что переваривание может приводить к активации адаптивной иммунной системы или активации врожденной иммунной системы. Ну и мы такие эксперименты стали делать. Значит, это очень грубый эксперимент. В этом случае мы берем бактериальную культуру, добавляем в нее глютен, культивируем ночь, потом берем этот супернатант, фильтруем его. Это грязный эксперимент. Да? Но мы, тем не менее, мы наливаем этот супернатант на антиген-презентирующие клетки и Т-клетки,
которые специфичны к глютеновому пептиду. Эта система уже отработана. И смотрим, будут ли они активироваться. Смотрится это по секреции интерлейкина 2. И действительно, что совершенно удивительно, это работает. Мы можем взять вот эту смесь, адскую смесь, налить ее на бактерии, и они будут продуцировать, налить на Т-клетки, и они будут продуцировать интерлейкин 2, поскольку бактерии переварили глютен и выделили Т-клеточный пептид. Если глютен не добавлять, то, естественно, ничего не происходит. И это абсолютно зависит от протеаз, бактериальных протеаз. Это дикий тип. Значит, бактерию, с которой мы работаем, мы выделили бактерию, которая это все делает, называется Enterococcus faecalis. Enterococcus faecalis может переваривать глиадин, а есть мутантные варианты этой бактерии, которые не переваривают. И, соответственно, если перевара не происходит, то интерлейкин-2 тоже не секретируется. То есть это функция бактериальной протеазы. Бактерии секретируют протеазы, которые выделяют пептиды, которые могут стимулировать адаптивную иммунную систему. А что же касается врожденного иммунитета? Тут оказалось тоже очень интересно. Для этого, конечно, бактериальную культуру использовать невозможно, потому что если вы хотите налить на макрофаге бактериальную среду, они активируются, начинают продуцировать все, что угодно. Поэтому мой студент придумал использовать вместо бактериальной среды культуральную среду для клеток. Там и часто бывает, что там культуральная среда прорастает бактериями, это плохо, а в данном случае очень хорошо, потому что бактерии на ней отлично растут. И если добавлять просто среду, то никакой активации макрофагов не происходит, просто бактериальную среду. Если же добавить глютен, как здесь, то продуцируется ТНФ и интерлейкин 6. Если же взять бактериальные мутанты, это при добавлении дикого типа Enterococcus faecalis. Если же взять два разных мутанта, один у которого делетированы полностью протеазы, а у другой, у которой делетирована регуляторная часть этого оперона, то нету стимуляции ТНФ и интерлейкин 6 больше, чем сам глютен может это сделать. Ну и какая протеаза это делает? У Enterococcus faecalis есть оперон FSR, FSR, FSRA, который кодирует две протеазы, GLE, гелатиназа, и SPRE, другая протеаза. Какая из них? Оказывается, что нужны обе, но для двух разных функций. Во-первых, для секреции интерлейкина 2 нужна протеаза GLE. Это дикий тип Enterococcus faecalis, в котором присутствуют обе протеазы. Они прекрасно стимулируют интерлейкин 2. Это не имеет GLE, но имеет SPRE. И здесь нет никакой стимуляции. Если же к этому мутанту его трансформировать плазмидой под гетерологичным промотором, то секреция интерлейкина 2 восстанавливается. То есть для стимуляции адаптивного иммунитета нужна протеаза желатиназа. Для стимуляции врожденного иммунитета нужна лучше гораздо работает SPRE. То есть желатиназа тоже работает, но не очень хорошо. А вторая желатиназа работает очень хорошо. Причем в отсутствии желатиназы она работает еще лучше, поскольку это очень сложные между ними взаимоотношения, но GLE немножко съедает эту протеазу, она ее регулирует путем протеолиза. Поэтому в отсутствии GLE SPRE гораздо лучше стимулирует секрецию инсулина, tumor necrosis factor. Так вот, переваривание ведет к двум важным эффектам. Активация адаптивной иммунной системы, активация врожденной иммунной системы. И это достигается с помощью двух разных протеаз. Но тут вот все было замечательно, и мы решили, что есть какой-то пептид из глютена, который активирует врожденную иммунную систему. Отлично, нужно его выделить, как охарактеризовать и понять, что это такое. Но оказалось, что эти
Секреция этих цитокинов, как мы уже видели на этом слайде, она нечувствительна к прогреванию. То есть если взять этот продукт протеолиза и прогреть, ничего не меняется, он все равно активирует макрофаги. И более того, нечувствительны к трипсину. То есть ферменты, пищеварительные ферменты тоже на него не влияют. То есть это становится не очень похожим на пептид. Либо должен быть либо какой-то очень, очень странный пептид, типа приона, либо это не пептид. И действительно, что выяснилось, что если этот перевар глютена наливать на макрофаги дикого типа, то продукция TNF есть. Если использовать мутанты, макрофаги против ТОЛ-4 негативных, мутанты с ТОЛ-4 негативные или MyD88 негативные, эти две молекулы нужны для стимуляции ответа на липополисахарид, то никакой активации нет. И более того, полимиксин B это натуральный антибиотик, детергент, который растворяет LPS грамнегативных бактерий, инактивирует его. И полимиксин B можно добавить в качестве на шариках, либо добавить просто в среду. Но если мы его добавляем, он полностью убирает активацию секреции TNF. Ничего не оставалось заключить, как что в системе присутствует LPS. И именно LPS почему-то в присутствии протеаз очень сильно активирует секрецию воспалительных цитокинов. Значит, этот стимулус действительно LPS, после чего мы пошли в супермаркет, купили разные глютены, купили муку и посмотрели, сколько в них LPS. Оказалось, что довольно много, ощутимое количество. Больше всего было почему-то в кошерной ржи, но в других образцах муки тоже было достаточно много LPS. И как бы на этом можно было бы поставить точку, что вот есть привнесенный глютеном LPS, который при переваривании протеазы становится более активным. И теория вначале была очень простая, что известно, сколько-то времени назад появилось большое количество работ, что белки теплового шока тоже являются легандами для LPS. Но потом выяснилось, что это все не так, что белки теплового шока тоже могут стимулировать ТОЛ-4, сигналить через ТОЛ-4. Это оказалось не так. Просто белки теплового шока мономеризовали LPS. LPS – он агрегат, и если его развалить на мономеры, то он оказывается гораздо более активным физиологически. И мы думали, что вот эта вот протеолитическая активность делает что-то с глютеном, из-за чего LPS становится более активным. Но другой вариант объяснения всему тому – это то, что присутствует в глютене, на самом деле добавляет независимый сигнал. То есть он просто активирует макрофаги независимо. Сам по себе нет, но в присутствии протеаз этот сигнал образуется и активирует макрофаги дополнительно. И, скорее всего, это действительно так, потому что можно поставить очень простые эксперименты. В этом случае мы берем субоптимальную дозу LPS, когда она практически не активирует макрофаги. И если к этой дозе LPS добавить перевар глютена энтерококусом фекалисом, то активация становится зашкальной. Да? Вот эта красная черта – это просто перевар энтерококуса фекалиса глютена. Это довольно высокая секреция TNF, но когда мы добавляем туда субоптимальную дозу LPS дополнительно, то активация становится просто зашкальной. И что более интересно, это то же самое происходит с активацией
другим лигандом, не для ТОЛ-4 рецептора, а ТОЛ-2, на который ЛПС не действует. И в этом случае это субоптимальная концентрация лиганда для ТОЛ-2, очень низкая активация. Если мы добавляем перевар глютена и вместе с вот этой субоптимальной концентрацией, то активация становится зашкальной. Если при этом перевар еще обработать полимиксином B, убрав оттуда LPS, все равно эта активация зашкальная. Это означает, что действительно есть второй сигнал. И вот природу этого второго сигнала мы не знаем. Я в суматохе составлял этот доклад, мы уже подошли к концу, но важный эксперимент я упустил, и придется мне его вам сказать на словах. Если взять, посадить стерильную мышь на глютеновую диету, как я вам уже говорил, она не развивает диабет. Если мы ее колонизуем энтерококкусом фекалисом, она начинает развивать диабет, поедая глютен. Если мы колонизуем ее, такую мышь, энтерококкусом фекалисом, у которой нет протеаз, она не развивает диабет. Это прямое доказательство того, что есть бактерия, которая способствует взаимодействию с диетой путем протеолитического его расщепления этого компонента диеты, может приводить к диабету. Так что вот это та область, которой мы сейчас очень активно занимаемся, чтобы понять, что именно расщепляется, что получается в результате расщепления, как это влияет на активацию иммунной системы. Ну, в общем, понятно, что это большая интересная область. Ну вот, так что в дополнение к ЛПС там присутствует некое вещество, которое может усиливать индукцию воспалительных цитокинов. Ну и мы возвращаемся к той же самой схеме. Действительно, диета может напрямую влиять на орган-мишень для аутоиммунитета. И в некоторых случаях есть эффекты, которые не зависят от микробиоты, и есть эффекты, которые зависят от микробиоты. И это на этом все. Но вот это существенный слайд, показывающий людей, которые участвовали в этих работах, и откуда денежки приходят. И я готов отвечать на массу вопросов. Спасибо. Коллеги, у нас расставлены микрофоны по залу. У кого есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, подходите. Вот. А я пока, наверное, развлеку всех, кому-то известной байкой, кому-то нет, и заодно задам вопрос. Там, вот за что купил, за то и продаю. Говорят, что ну, все мы ходим к стоматологу, там, кто-то чаще, кто-то реже. Вот. Есть байка, которая говорит, что кариес у нас появился только после того, как мы начали есть хлеб, ну то есть там пшеницу, рожь. И по понятным причинам, когда вы храните пшеницу в амбарах, там заводятся мыши. Вот. А мыши, они, в общем-то, на улицу в туалет не ходят. Вот у меня в связи с этим вопрос, в общем-то. Ну вот, не может ли... Собственно говоря, поедание именно мучной продукции как-то ассоциировать с тем, что мы себя дополнительно колонизуем как какой-то дополнительной микробиотой, ну, в частности, вот одним из штаммов, одним из видов, которые вы нашли, в общем-то, который, собственно говоря, и способствует, в общем-то, тем процессам усиления, собственно говоря, аутоиммунных процессов. Ну да, но без спекуляции на этот вопрос ответить, естественно, невозможно. Нужно искать палеонтологам зубы, которые были до того, как начали есть зерно. Но тут много коннотаций к этому вопросу. Но микробиота довольно рано устанавливается. Хотя у человека она стабильна примерно с 3 лет. Значит, уже начинается поедание хлебушка и глютена. Так что это может влиять, конечно, на развитие микробиоты. Но тут надо иметь в виду, что бактерии, редкие есть бактерии, которые едят только что-то одно.
большая часть ест разные вещи. Конечно, чем длительнее коэволюция комменсалов и хозяина, тем меньше комменсалы, меньше выбор того, что они едят. Да, они приспосабливаются, находят свою нишу. Но очень многие, в частности, Enterococcus faecalis, не нуждаются в глютене. Это не единственная диета. Он будет там, в этой диете много глюкозы и сахара другого, так что это им совершенно... Глютен хорошо, когда есть. Если нет, то это не так важно. А, более того, для этих бактерий, для Enterococcus faecalis, эти протеазы – это часть оперона, который вовлечен в quorum sensing. И это также это фактор вирулентности для них. Так что это существенное влияние на их биологию оказывает. Приходят ли бактерии из мышиных какашек или крысиных какашек, мы не знаем, но это возможно. Хотя, с другой стороны, ясно, что зерно колонизовано тоже бактериями, и мы не знаем, это из растительных грамнегативных бактерий или из фекалий. Но это интересный вопрос. Да, вот как Катя, да. Екатерина Шестакова. Добрый день. Спасибо. У меня вопрос про человека. Насколько я поняла, диета с большим содержанием казеина должна быть продуктивна в отношении развития сахарного диабета первого типа. Но в 80-х начались исследования, касающиеся питания грудных детей коровьим молоком, которые имеют большую критику в отношении этих исследований, но тем не менее коровье молоко оно в большей степени богато казеином, чем женское грудное молоко. Да. Вот. Как можно это прокомментировать? И второй вопрос у меня был в отношении вот вашего видения роли микробиоты и развития все-таки ожирения и диабета второго типа. Вот насколько вы... Спасибо. Начнем с первого вопроса. Действительно, были клинические испытания. Есть кашка для детей, питание прогестимил, который в Северной Европе, в Северо-Западной Европе, в Финляндии, Швеции используется. И они делали клинические испытания с прогестимилом. Проблема заключается в том, что ни мать, ни дитя не исключают глютена из питания. Мама кушает булочку, глютен попадает ребенку. Да? Поэтому неуспех таких испытаний ничего не значит. Они не строгие. Более того, если вы идете в супермаркет и покупаете глютен-фри булку, совершенно не значит, что она на самом деле глютен-фри, потому что там те же самые производственные мощности используются для обработки зерна, содержащего глютен, и не содержащего глютен. Там просто... Если внимательно прочитать, то там содержание глютена ниже какого-то процента. Существенно это для развития болезни или нет, мы этого, конечно, не знаем. Если есть все время кушать рис и картошку, то глютена не будет. Но булочки, там всегда есть возможность подхватить глютен. Вот. Поэтому, если делать такие клинические испытания, они должны быть в очень строгих условиях. Но, кроме того, питаться одним казеином никто же не будет, это тяжело. Мы делали опыты с разными белками, и результаты очень разные. Значит, белок сои также протективен, как и казеин, а вот белок куриного яйца нет, не протективен. Но мы не знаем, это зависит от микробов или нет, или там какая-то другая заморочка. Мы не знаем. Ну, в общем, это интересный вопрос. Так, а второй вопрос был про диабет второго типа. Здесь, конечно, микробиот имеет первостепенное значение, потому что
то взаимоотношение проще, самое простое, что можно сказать, это то, что взаимоотношения микробов, метаболизма и хозяина устанавливаются на определенном уровне. И поддерживается, такие микробы поддерживаются. То есть если есть какой-то неправильный регуляторная какая-то цепь, она так и поддерживается на неправильном уровне, и неправильный метаболизм удерживается с помощью микробов, поскольку они заинтересованы в потреблении тех продуктов, которые являются результатом неправильного метаболизма. Но это отдельная совершенно область и очень отличается от диабета первого типа. Хотя на самом деле неизвестно, если сравнивать микробов, никто не делал правильного сравнения микробов при диабете первого типа и второго типа. Может ли гипергликемия сама по себе приводить к тому, что там определенные бактерии будут лучше расти? Это неизвестно. Хотя такой эксперимент хорошо бы сделать. Проблема заключается в том, что неизвестно, есть ли чистый диабет второго типа или чистый диабет первого типа. Особенно если иметь в виду то, что я вам рассказывал сегодня с секрецией инсулина и регуляцией этого с помощью диабета. Оба компонента могут присутствовать и там, особенно если верить в идею о том, что иммунная система регулирует секрецию инсулина. Так что мы знаем, насколько я понимаю, я не клиницист, но насколько я понимаю из разговоров с коллегами, присутствие антител против ГАДа является доказательством первого типа, но на самом деле это не обязательно, я думаю. Да. Первый вопрос, если повлиять на микробиоту, то есть если дать какое-то вещество, которое повлияет на саму микробиоту, на ее состав, а можно ли продолжать есть булочки? Принимать глютен у людей, так понимаю, если пациент имеет риск развития диабета, то мы, убрав глютен, можем увеличить период ремиссии, правильно? Да, есть, кстати, работа, одна опубликованная датская работа, где ребенок уже с очевидным диабетом выздоровел после того, как его мать посадила его на безглютеновую диету. Она его кормила в основном миндальными всякими производными белковыми. Вот и второй момент, если можно ли повлиять на микробиоту, используя глютен в рационе, например, не знаю, там какие-то препараты, которые улучшат состав этой микробиоты, протективные бактерии, могут ли быть такие, которые позволят убрать влияние глютена на иммунный ответ? Да. Это на самом деле это интересная идея. Потому что мы делали эксперименты. Естественно, вопрос возникает, это Enterococcus faecalis, что единственная бактерия, которая может жрать глютен, что продуцируются пептиды для Т-клеток или активируются макрофаги. Ответ, конечно, не единственный. Это просто один из вариантов. Так вот, когда мы стали выделять разные бактерии, которые мы видели, что они жрут глютен, да? По тем же тестам с секрецией протеазы, с жиранием глютена, или просто выращиванием на минимальной среде в присутствии глютена. Так вот, оказалось, что из этих бактерий некоторые полностью... они не только сами не активируют... не только сами не разрешают перевар и продукцию пептидов, стимулирующих Т-клетки, но они также ингибируют Enterococcus faecalis. То есть у них есть, видимо, свои протеазы, которые просто сжирают в пух эти вредные пептиды и таким образом защищают, вполне возможно, что могут защищать от развития болезни.
То есть, есть микробный мир, он, естественно, весь построен на взаимодействиях и противоречиях. И можно найти такие бактерии, которые в состоянии будут подавлять негативную активность других бактерий, типа Enterococcus faecalis. И можно их пытаться делать из них пробиотики. Да, Митя. Да, Саша, спасибо за детективный практически рассказ с очень сложной, увлекательной, с неизвестной развязкой. Продолжение следует. Да. Вопросы будут про хелперные Т-клетки. Вот прозвучало несколько слайдов, была оценка того, как мы можем увидеть разницу в скорости деления Т-лимфоцитов антиген-специфичных, я так понял, услышал, то есть конкретными Т-клеточными рецепторами, про которые вы знаете, что они распознают. Но не прозвучало, ну, не могло все поместиться в один доклад, рассуждение о балансе. Ну, наверное, это то, что, может быть, здесь интересно, Т-регов и Т-17, например, или баланса разных хелперных популяций. Это первая часть вопроса, и вторая цепляется за то же. Очень интересно, вот, совершенно по другим углом соображение, что бета-клетки могут не убивать бета-клетки, а на самом деле взаимодействовать с ними, регулировать их в том числе, регулировать секрецию инсулина. Насколько тут можно понять, что это за взаимодействие и популяции. Я так понимаю, что MHC-2 может быть экспрессирован тоже на бета-клетках. Они могут взаимодействовать с разными, опять же, хелперными популяциями. И, может быть, это часть игры. Какие могут быть еще взаимодействия, кроме как пришел, убил? Ну вот, соответственно, другие какие-то. Да. На первый вопрос, да, это, конечно, интересно, но для этого нужно делать гораздо больше RNA-сиков и single-cell sequences. Проблема заключается в том, что чтобы правильно на этот вопрос ответить, нужно делать слишком очень много, реально много, это очень дорого. Потому что мыши не болеют, не заболевают в один день. Да? То есть ты можешь, если брать мышей одного возраста и делать массу секвенсов, то, с чем мы столкнулись, то они находятся на разных стадиях развития диабета, поскольку есть некий случайный момент, несмотря на то, что они все генетически одинаковые и живут даже в germ-free conditions, в стерильные мыши, все равно они не заболевают в один день, у них это все растянуто во времени. То есть если делаешь срез там в какой-то промежуток времени, ты видишь очень разную картину. Как это слепится в полную картину, это только со временем и с большими затратами. Второй вопрос был про, как, кроме убийства, как можно регулировать. Да? Ну, скорее всего, это на уровне цитокинов. Значит, почему я так думаю? Есть разные генетические болезни, которые приводят к диабету первого типа, моногенные болезни, и к другим разным заболеваниям. В частности, я не знаю, это называется болезнь, не знаю, как точно называется она по-русски, но это с поражением кандидиаз, с поражением слизистых и кожи. Наверняка есть правильное название. Мюкокутанеус кандидиазис по-английски. Связано это, как правило, с мутациями либо в белках, через которые сигналит цитокины, либо STAT3, либо STAT1. Да? И недавно вышла работа, где был больной пациент, у которого, среди прочих всяких разных бяг, был еще диабет первого типа. И они ему дали ингибитор молекулы JAK, JAK1 ингибитор. Да? Это downstream от STAT, дальше по цепочке от STAT1, STAT3. И
у него полностью ревертировался диабет первого типа. Если бы это было убийство, то этого не произошло. Точно так же с синтезами к CD3. Ты убираешь Т-клетки, и появляются секретирующие инсулин бета-клетки. Мы сейчас занимаемся вплотную STAT1 и STAT3 мутантами. Мы делаем мышей, в которых мы вводим эти мутации, которые находят у человека с диабетом первого типа. Да? И пока что непонятен, результат на самом деле непонятен, потому что есть большая разница между тем, что мы видим. Люди видят у мышей, люди видят у человека, мы видим у мышей. Некоторые воспроизводятся мутации, некоторые не воспроизводятся, мышам некоторые просто по барабану. Но некоторые для мышей являются летальными, для человека нелетальными. Но это набор, большой набор мутаций. И я надеюсь найти такую, которая вызывает диабет без убийства бета-клеток. Просто с помощью подавления секреции. Так что, бета-клетки у мышей не экспрессируют второй класс. Им это не нужно, потому что там они в тесном контакте находятся с дендритными клетками, макрофагами, которые экспрессируют второй класс. И Т-клетки секретируют достаточно локально, достаточно цитокинов для того, чтобы влиять на бета-клетки. Да, ребят, не тяните руки, а просто подходите к микрофонам. Вот, а я, собственно говоря, хотел вопрос вдогонку задать, там, на него можно коротко мне ответить. Просто COVID-19 стал хороший такой, в общем-то, хайлайтером, что ли, да, и еще как-то во всех аспектах поизучать иммунную систему. И в частности, вот мы на одной из прошлых наших встреч вспоминали статью относительно недавнюю Science, где показали, что в результате COVID-19 инфекции продуцируются, в общем-то, ну, там я не помню, насколько это статистически все-таки достоверно, и у всех ли там… Антитела к интерферон? Да. И, собственно говоря, ну вот это вдогонку о возможном, скажем так, возможной кросс-регуляции, если там иммунная система может, адаптивный иммунитет сможет как-то кросс-регулировать innate immunity, да, то почему бы, в общем-то, таким образом и не порегулировать там эндокринную систему, как минимум, на уровне там продуцирующих тех самых инсулинов, и вот и где тут, опять же, да, баланс, то есть как вот, собственно говоря, регуляция может перейти в аутоиммунность, в аутоиммунность. Вот. А если хотите комментировать, это просто я ремарку хотел сказать. Нет, я комментировать не буду. Вот. Хорошая идея. Да. Добрый день. Да. У меня вопрос про новорожденных. Есть исследование, что дети, рожденные путем кесарево сечения, имеют более скудную микробиоту, у них чаще развиваются аутоиммунные заболевания, в том числе и сахарный диабет. И в некоторых странах сейчас таких детей, которые рождены путем кесарево сечения, обрабатывают вагинальным тампоном с вагинальным содержимым матери. На ваш взгляд, это имеет какой-то смысл, и это может, правда, помочь с микробиотой у таких детей? Да, только большая часть микробиоты происходит не из влагалища, а из прямой кишки. Поэтому добавлять нужно не только вагинальную микробиоту, но и кишечную. Ну, это имеет смысл, да. Большое спасибо за лекцию. Да, у меня два маленьких вопроса. Во-первых, насколько я знаю, псориаз сейчас тоже причислили к аутоиммунным заболеваниям, и говорят, что кожа — это отражение кишечника. То есть, как вы считаете, может ли как-то микробиота на него влиять? И если так, то предположить как, потому что это дифференцировка клеток, а тут как-то аутоиммунитет. То есть, как это может быть связано? Да, хороший вопрос. На самом деле, во-первых, на коже есть своя микробиота, очень богатая, не хуже, чем в кишках. И она, конечно, тоже может влиять. Но про кишки интересно. Кишки влияют дистанционно на массу в других местах. Например, на воспаление суставов. Это уже просто показано экспериментально, именно кишечная микробиота.
Поэтому, ну, как это работает, это в некоторых случаях более-менее понятно, в некоторых случаях непонятно вообще. Про псориаз я просто не знаю. Спасибо. А второй вопрос просто для любознательности. Как долго живут мыши в стерильных условиях? То есть там же и симбиотические какие-то бактерии должны быть, и мы их лишаем. Да, недавно ко мне кто-то обращался с этим вопросом. Да, что люди... Да, люди нашли, что они живут меньше. Но там есть проблема. Дело в том, что если вы откроете, вы мне можете принести двух мышей и скажете, вот ты можешь сказать, какая из них стерильная, какая нет, не делая анализ на микробиоту? Легко. Я открываю мышь, я вижу, что у стерильной мыши огромная слепая кишка, гигантская. Почему? Потому что там у них нет бактерий, которые переваривают слизь. Да, и она становится гигантская, огромная. Из-за этого у этих мышей очень часто происходит заворот кишок. И они умирают, ну, там, в преклонном возрасте. Мы их дольше 30 недель не держим, потому что это предел, когда диабет, мы смотрим на развитие диабета, 30 недель, все. Но они умирают иногда случайно вот от заворота кишок до этого, и потом они тоже от этого умирают. Поэтому вот очень трудно сказать, что это действительно влияние укорочения жизни, это влияние микробиота. Ну, не косвенное, а не прямое. Косвенное, да, конечно, у них бывают такие неприятные. Спасибо большое за ваше интересное сообщение. Скажите, пожалуйста, вы ведь занимаетесь только экспериментом, правильно? Вот то, что вы нам доложили, мы можем это интерполировать на людей? Как вы думаете? Потому когда что это все-таки несколько другие вещи. Это первый мой вопрос. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, нам когда анонсировали лекцию, нам сказали, что ваши работы опубликованы в таких журналах, как Nature, Cell и так далее. Скажите, пожалуйста, где мы можем ознакомиться, да, с вашими работами, ссылки получить, и какой последний год издания ваших публикаций? То, что вы нам рассказали, вы сказали, что это еще не опубликовано, а то, что опубликовано, какой это год? Борис Константинович, я все пришлю. 19-й он пришлет. А, терапия? Не сразу. Но для нас, вот сейчас для нас очень интересны наблюдения с регуляцией секреции инсулина. И тут мы готовы сотрудничать с клиницистами полностью, чтобы... Я уже чувствую интерес к этому делу, потому что я рассказывал свои идеи некоторым коллегам, и тут они мне стали присылать старые ссылки, показывая, что высокая секреция инсулина может быть предвестником развития диабета первого типа. Но для этого нужны, естественно, там нуклеарные семьи, нужны длительные наблюдения. Так что, ну, если такие данные есть, это все очень интересно. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос, совсем не связанный с диабетом. А влияние микробиоты на стресс и на можем ли мы лечить влиянием на микробиоту депрессивные расстройства? Ну, даже у наших, может быть, пациентов или вообще популяции депрессивных каких-то расстройств. Да, есть люди, которые этим занимаются. И микробиот, конечно, можно делать очень много разных вещей, в частности, продуцировать медиаторы, стимулировать продукцию нейромедиаторов, подавлять продукцию нейромедиаторов. И есть люди, которые этим занимаются. Да. Я этим совершенно не занимаюсь. Спасибо. Это слишком сложно. Да, я, собственно говоря, хотел поблагодарить, может быть, в зале сидят люди, я прям ощущаю, в общем-то, вопросы в их головах, но они не решаются все-таки публично спрашивать. Я буду спрашивать немножко за них.
Собственно говоря, вот эта вот теория Ули Арон, да, правильно? Вот эта теоретическая статья, я сейчас все время путаю его. Уриалон. Уриалон, да. На самом деле очень интересно, и там, если, а скорее всего, может быть, вот, ну, как минимум, часть истины там точно есть, и, скорее всего, так, наверное, и происходит. И мы в центре занимаемся как аутоиммунной составляющей дисфункции бета-клеток, ну, соответственно, диабетом первого типа. Так у нас есть еще и инсулинома. Это вроде как обратная часть. Вот как она вписывается, соответственно… Идеально вот, вписывается. Можно прокомментировать немножко? И чтобы мы, в общем-то, могли бы здесь на наших пациентах интересненькое такое посмотреть именно вот в плане проверки этой гипотезы. Да, но… Конечно, проверять такую гипотезу трудно. Но инсулиномы, по-моему, не всегда сопровождаются гиперсекрецией. Да? Всегда? Нет? Инсулин. Ну да. От того, что много инсулина. Ну да. Ну да, это как бы вполне вписывается в этот комплекс идей. Но клинически что тут можно сделать? Я не знаю, это генетически как-то известно? Ну, это прежде... Или это все спорадически абсолютно? Ну, у нас есть, Марин, не хотите, Марина Юрьевна, прокомментировать да, генетику инсулинома и, собственно говоря, что там происходит? Угу. Ну вот надо работать с генетически детерминированными, спорадически. Это понятно, да. Ну да, но я бы начинал с генетически подтвержденных случаев, и если есть возможность прослеживать, если это семейные заболевания, если можно прослеживать там, секрецию инсулина во времени у сиблингов, у сипсов, там, ну, какие-то такие элементарные вещи. Это было бы интересно. И в плане лечения, да? В плане лечения я ничего не могу сказать. Это я не клиница. Дело в том, что наша, собственно говоря, лекция ведется онлайн, транслируется, да, и у нас есть вопросы, их много на самом деле, я вот, в общем-то, лишь некоторые озвучу. Секундочку, у меня все погасло. Так. Ну, вопрос такой сложный, на который, видимо, сложно ответить, тем не менее. Какая микробиота будет предотвращать развитие SD1? В общем, что ее может улучшить? Ну, это очевидно, в общем, такое простое понимание, в общем-то, сложной лекции. Как сделать так, чтобы SD1, в общем-то, не происходило, можно ли, собственно говоря, как-то микробиоты это добиться. Вот, ну, и насколько я понимаю, в общем-то, посыл именно из лекции, что тип 1 диабета, по крайней мере, мышиный тип 1 диабета, он, в общем-то, от микробиоты в норме не зависит, или не так? Нет, нет, нет. Развитие болезни не зависит. В смысле, для развития болезни микробиота не нужна, но она может предотвращать развитие диабета очень легко. И если вы работаете в грязном питомнике, то никакого диабета там не будет. Поэтому, конечно, в принципе, можно модифицировать диабет, давая определенную микробиоту.
при рождении, чтобы она там поселялась и предотвращала диабет. Но у человека это не так легко сделать, потому что непонятно, кому и что нужно давать. В нуклеарных семьях еще куда ни шло, а все остальное население – это невозможно. И вот вопрос, собственно говоря, по последней части, про глютен. Все-таки коллеги, зрители спрашивают, почему именно глютен, чем определяется иммуногенность глютена? Вот, почему среди многочисленных белков именно глютен вызывает такую реакцию? Как говорится, если прикуп знать, можно в Одессу ехать. Не знаю. Естественно, это самый интересный вопрос для нас сейчас. Ну, один из интересных вопросов. Как именно, что именно в глютене, но это какое-то вещество, которое что-то делает. Тут есть разные идеи. В общем, понятно, что глютен каким-то образом, то, что происходит в результате протеолиза глютена, активирует врожденный иммунный ответ. Как оно это делает, мы точно не знаем, но поскольку активируется сигналинг через тол-рецепторы, то есть некоторое количество сигнальных путей, которые могут потенцировать сигналинг через тол-рецепторы, в частности, интерфероны первого типа или антагонисты рецептора орелокарбонового рецептора, HR1. Ну, и вдогонку, собственно говоря, правильно, ну и опять, чтобы вот, в общем-то, вся эта схема как-то у нас уложилась в голове, достаточно, в общем-то, нетривиальная, сложная и простая одновременно, про глютен, что глютен каким-то образом, видимо, один из способов его действия, он вызывает активацию у определенного типа бактерий, в частности, у Enterococcus faecalia, протеаз, которые каким-то образом могут модифицировать или там мономеризовать LPS, верно? Не только. Они делают, они что-то еще высвобождают, что является вторым сигналом. Могут ли протеазы воздействовать непосредственно на собственную же бактериальную или на бактериальную стенку соседей, тем самым просто увеличивая количество тем самых пампов? Это хороший вопрос. Экспериментально мы это проверяем путем использование других белков вместо глютена. И пока что не получается того, чтобы это были бактериальные продукты. Это, скорее всего, не бактериальные продукты. То есть это продукт действительно протеолиза глютена. Хорошо. Большое спасибо. Есть ли еще вопросы? Если нет, то мы тогда сворачиваемся. Я прошу еще раз поблагодарить Сашу за его великолепную лекцию и, в общем-то, за тот уникальный ресерч, который происходит в Сашиной лаборатории, но, опять же, рожденный безумным гением Сашиной головы. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое.